Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. Так, ну что, рысь, мы с вами победили. И теперь у нас отшельник. Но пока я к нему подобраться не могу, потому что телохранитель еще впереди. И уровень сложности невозможно. Значит, будем с тобой прокачиваться. Так, дуэль у нас открыта, выживание. Турнир. Кстати, скоро мы с тобой должны получить, в принципе, уровень 10. Так, 10 уровень. Давай попробуем, наверное, сыграть здесь без оружия. В бой, дуэль. Так, в этом бою ты будешь сражаться без оружия. Ну, это понятно. Для меня это не впервой. Ага, а он, значит, с оружием, да? Блин. Ладно, где наша не пропадала? Ниндзя. Ну, что там такое? 3 часа будет, что ли, там грузиться? Раунд 1. Файт. Подожди-ка, ребят, по-моему. Ага. Забыл раскладку поставить, как говорится. Ну. Да иди ты. Блин, я же забыл совсем, что я без оружия. Тихо. Смотри, что творит, а? Может быть, подсечка его? Угу, не тут-то было. Иди ты. Подходит он ко мне. Попробуем про... Ах ты, пробить не получилось. А если так? Да ну, он еще и бросок не сделал. А ты посмотри на него. Так, пошло, пошло, пошло. Давай, давай, ребята, врубаем его. Блин, да что ж ты будешь делать? Так, бросочек. Ой-ой-ой, плохо все. Слушай, успокойся уже, а? Опять он мне бросок сделал, все, он победил. Так, ладно, пускай радуется. Это еще ни о чем не говорит. Блин, давно, друзья мои, не играл. Разучился вообще в корень. Так, тихо, попрыгунчик. Ха-ха-ха, не тут-то было, да ведь? Да что ж такое, мы так и будем с ним? Понятно, он уклоняется. Поехали! Хоп-хоп. На рамуле я ему сейчас пригрел. Так. Ну вставай давай, что там лежишь-то? Понял я тебя. Нифига он в черепундель мне прописал. Так, пошла подсечка. Да чтоб тебя, ты достал уже, а? Все, допрыгался. Так, пускай подходит сам ко мне, да? Будем пропечатывать. Пропечатал тоже мне. Так, ну он выделывается, ребята, выделывается, естественно. Нормуль сейчас я ему. Давай, подходи сюда, Архаровец. Так, ну что, главное, ребят, не лопухнуться. И будет победа за нами. Угу, я тебя понял. Ну что, добьем подсечкой, наверное, его, да? Нет. Обычным ударом. На самом деле, я хотел подсечку сделать. Раунд 3, я тебе говорил, что это еще не конец. Главное, сейчас тут не сфейлиться. Ой-ой-ой, начало-то какое, а? Паршивенькое у нас получилось. Да ты слушай, ты... Вот они всегда так на третьем раунде начинают. Прописал все-таки, да? Кританул я ему. Иди отсюда. Ага. По ногам, естественно, ребята, по ногам. Хоп-хоп. Ну давай, подходи. А теперь моя очередь. Опачки, бросочек, отлично, ребята. Уклоняется, а? Ну. Так, тихо, аккуратно. Да чтоб тебя, а? Да почему я не могу попасть? Ну, иди сюда, нищеброд, а? Не надо так делать. Уж хватит уже, а? Что за противник достался мне, а? Какой-то неугомонный. Прям в табло ему, да? Ты видел? Прямиком в подбородок. Ну, друзья мои, мы выиграли здесь. Приз 1200. Так, бонус 50%. Но надо смотреть рекламу. Я не хочу этого делать. Как я тебе и говорил, что буквально сегодня я купил бесконечную энергию. Поэтому могу играть тут хоть до усрачки. Тут, не забывай, еще есть темный режим. Мы пока играем в дневной. Так, ну что, дуэль закрыта у нас. Тут у нас выживание. Пока я не буду туда идти. Невозможно, это турнир. Так, а вот стадию, наверное, надо пройти на испытание. Снаряжение 9 уровня.
В этот бой можно вступить только с оружием и доспехом и шлемом 9 уровня и выше. Да ради бога. Так, и у нас изверг. Блин, с мечами, да? Ладно, давай посмотрим. Что-то долго прогружается. Так, а у меня, друзья мои, моя алебардочка, насколько вы помните. Так, я знаю, что этот гаденыш сейчас тут начнет, ага. Так, отлично, я его подловил. Тихо, 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 не надо буянить. Пошел ты отсюда. Так, будем зажимать его тогда, в конце концов. Почти, почти, ребят, получилось, закололи. К ядрене фени моего. Короче, 1-0, пока в нашу пользу. Продолжаем. Извергу нельзя давать тут расхаживаться, иначе будет очень плохо, ребят. Вот, сейчас начнется, да? Нет, ничего не началось пока. Блин, у него звездочки, оказывается, есть. У меня нет пока. Все, ребят, добиваем его и... Да ладно, успокойся. Слушай, изверг легко у нас прошелся. Так, победа за нами. Я думаю, мы сейчас получим с тобой уровень. Все-таки, должны же заработать. Или нет? Неплохо, ты получил новый уровень. 10-й, твои умения возросли. Давай профиль. Соревнуйтесь в рейдах, чтобы получить классные призы. Напоминание, да, понятно, что у меня сейчас. Так, яростный 20. Подожди-ка, а мы что-нибудь можем с тобой изучить новое или нет? Или это же все... Или подожди-ка. Ага, 20% шанс получить плюс 12,5 урона после успешного удара. Этот эффект пропадает при получении урона или при происшествии 8 секунд. Прошествии, точнее. Выдержать критический удар без падения на землю, отразив 45% урона. Слушай, давай, наверное, вот эту вот скалу изучим. Окей. Так, таинственная синяя печать, это все понятно. Ну и теперь я хочу перейти, естественно, в магазин, чтобы купить нам новые шмотки и новое оружие. Но, правда, денег у меня вообще по мизеру. Так, это у нас стоит... За кристаллы. Понятно. По доспехам что? Давай-ка глянем. Да идите вы, что, все за эти, что ли? Блин, горелый. Нет, ну я могу взять вот это вот за 11600, но у меня пока не хватает, опять же. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки на 200%. Слушай, не кисло. Так, и мне хотелось бы что-нибудь взять. У меня ни звездочек, ничего нету. Может быть, вот эти вот купить, а? Сюрикены. Мы же с вами любим сюрикены, да? Давай я, наверное, возьму хоть что-то, чем ничего. Купить. Зачаровать могу, да? Зачаровать. И что же нам? Ждать, будем ждать, конечно. 20 минут, это для меня, знаешь, ерунда. Что у нас по шлемам? В плане. А я купить себе нового не могу? Вот это последнее, что мне дали? Ну, молодцы. Молодцы, ничего не скажешь. Ладно, ребята, наверное, пойдем тогда с тобой уже в атаку на следующую миссию. Хотя какая тут следующая миссия? Нам тут безумно. Стадия 8. Попробуем, а? Поиграть на безумном, что ли? Погоди-ка, у меня же алебарда, да? А что у нас из оружия? Я же так не посмотрел. Угу. Ну это для 11 уровня. Это вот на 10 уровне, но 165 брюликов нужно. Так. Закаленный шлем на заказ. Можно купить, в принципе, его. Или же... А как я его куплю, если он для 11 уровня? Тут у нас как будто... Слушай, я оставлю этот. Он неплохо у нас прокачан, я считаю, да? Так что гнаться за шлемом, я думаю, не стоит. Ладно, поехали с тобой вот сюда, попробуем пройти. В этом бою ты проиграешь, если выйдешь в красную зону. Я понял. Такие уровни уже попадались, и тут счастливчик против меня. Блин, он с этими штуками, да, он меня будет отталкивать. Ладно, надеюсь, мы с тобой не выйдем за красную зону. Хотя с этой алебардой очень тяжело сделать. Попробуем. Чё это он так? Тихо, тихо, я знаю твои фокусы. Счастливчик, хорош.
Надо за красную зону его. Самому главное... Зачем, блин, ребята? Вот он меня вот этим раздражает, что он с этой алебардой очень офигенно ходит. Поехали тогда. Главное самому не выйти. И главное, чтобы не только не выйти, а и чтобы туда не зайти, и не закатиться, и не упасть. Пускай он идет ко мне сюда. Так. Сейчас попробуем его накумарить. Да хорош ты уже, успокойся. Так, отходим от этой зоны красной. Не-не-не-не-не. Да ебарсы ты, ну ты смотри, он меня просто туда подтолкнул. Ладно, мы с тобой переиграем. Он просто ударил, и он отошел туда, мой персонаж. И, соответственно, проиграл. Так что это еще ни о чем не говорит. Да, в бой, конечно. Сенсей, о чем ты? Че ты меня там хочешь переубедить? Я все прекрасно знаю, не надо меня нервировать сейчас. Видишь, счастливчик хочет получить по мозгам, а ты мне все мешаешь. Все, погнали. Да куда ты, блин, сейчас упадешь. Трындец. Они бы еще здесь дали бы на один шаг. Поехали. Причем, когда он заходит, да, в эту зону, ему по барабану. Он ничего не теряет. Так, надо стоять здесь подальше. Да иди ты отсюда, а. Хорош, тебе сказал. Не надо толкать меня туда. Я же знаю, что ты хочешь сделать. Блин, сейчас укачусь еще нафиг туда, в эту зону. Куда ты меня бросаешь, гаденыш? Это... Давай. Ну, есть. Фу, первая победа. Так, счет 1-1. Главное еще раз так хорошенько сыграть, чтобы остаться на месте. Все будет четенько. Смотри, что делать, а. Так, тихо, уходим, уходим, уходим. Лучше, как говорится, лишний раз получить урон, но не зайти в зону в эту. Да чтоб тебя. Так, отлично. Давай без выкрутасов. Замечательно. Так, удар, еще удар. Добьем. Нет, подсечка не получилась. Да куда ты, блин, только бы не выкинул меня. Куда ты катишься? Зашибись. Каким-то разрядом бомбанул, и мой перс улетел. Блин, раздражает уже, если честно. Слушай, мне еще кнопку надо поставить на сюрикены. Она у меня не стоит, я не могу ничего сделать. Сюрикен у меня просто простаивает. Так бы я издалека бы ему бомбанул бы звездочки лобишник, все было бы четенько. Но кнопка не стоит. Только удар рукой и ногой у меня выставлены, и все. Так, тихо, тихо. Отходим, 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 ребята. Ну вот, вот что он творит. Ну ты посмотри. На тебе, гаденыш. Плешивый. Так, я его прожарил. Ну, первый раунд за нами, давай второй теперь так же. Хорошо, сделаем, попробуем. По красоте. А потом я зайду на тренировку, ребята, и выставлю кнопку на наши сюрики. Оп, опасно было сейчас, очень опасно, но я его выбил. Он бросил просто сюрик свой, или что там у него? Финка. Блицкрик. И я вовремя, короче, избежал этого удара. Так, победа за нами, все четенько, и мы с тобой продвигаемся дальше. А дальше, наверное, будет уже... А, нет, уровень сложно пока. Но опыт-то, главное, растет. Поехали. А, так, в этот бой со шлемом 10 уровня и выше. А что это так-то? Зашибись, то есть меня туда не пустят, хоть ты что делай. Ну, давай тогда мы с тобой попробуем вырубить еще одного телохранителя отшельника. Это у нас Богомол. Никто не должен обладать такой силой. Это состязание лишено смысла. Я знаю секрет, и он исчезнет со мной навсегда. Давай, расскажешь секретик мне, когда получишь по мозгам, Богомол. Так, ты у нас с мечом, да? А я все с алебардой с этой буду плясать. Ладно. Богомол наверняка шустрый парень, поэтому расслабляться не будем. Погнали. А, у него два меча. Окей. Так. Ну. Да блин. Ведь хотел же поставить эти сюрики себе. Да ё-моё, что он творит? Эй. Фига ты, парень. На-ка. Иди отсюда, я тебе сказал. Погнали.
Не-не-не-не, уже собрался меня бросить свою эту... свой сюрик или что у него там? Ножичек, финка, кортик. Че хочешь, как хочешь называть. Погнали. Богомола, ребята, мы с вами должны, обязаны порвать. Опа, опа, вот-вот-вот-вот-вот, это опасный удар. Он мне сразу вспоминается Shadow Fight 3. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж ты так делаешь-то, а? Ну, вставай, родной мой. Так, лучше бы ты лежал. Ну, добиваем, что ли? Все, ребят. Богомол оказался легким. Но это пока. Сейчас с тобой эти получаем. Так, а следующий кто у нас будет? Давай-ка мы с тобой посмотрим. После богомола кто там пойдет? Какой телохранитель? Выслушай меня, магии нет места в боевых искусствах. Она затуманивает разум и мешает сосредоточению, а попав в плохие руки, ведет к горю и гибели. Магия? Так вот в чем секрет отшельника. Берегись, мой ученик, магия — это опасная и могущественная сила. Ее нужно избегать. Сенсей прав, магия слишком опасна, чтобы позволить кому-либо ею воспользоваться. С другой стороны, представь, что бы ты мог сделать, обладая таким могуществом. Угу. Опять, нифига себе, уже невозможно, ты представляешь? Ну я попробую. Тигр. В нашем мире война является мерилом всего. С помощью магии я поставлю на колени любого, кто встанет на моем пути, начиная с тебя. Но если тут уровень сложности невозможный, то у тебя возможно что-нибудь и получится. Но надо проверить. И я точно в этом не уверен. Так, у него какие-то когти. Тигр, значит, да? Ну давай, тигр, поборемся. Надо бы с ним очень-очень... Ох, нифига, у него там когтишки-то. Так, я его вроде бы как подрезал, но... Ать! Начинается! Чё? Ты чё? Нет, ну конечно, если с одного удара сносить все здоровье, это понятно, ребят. Ну-ка, попробуем. А почему я... Что за дела? Не, ребят, ну это... Ну это, конечно, борзость, согласись. С двух сюриков меня выносить. Я не знаю, что здесь делать. Нет, можно, конечно, сходить сейчас в шмотки приобрести себе. Давай глянем, наверное. Может быть, у нас броня слаба. Но я в этом сомневаюсь, что у нас броня слаба. Слаба у нас... Воля, наверное, только если слаба. Так, что у нас здесь? На заказ. Но мы с собой не можем приобрести в любом случае. Нам нужно... Нам нужно с тобой шмотки глянуть. Сколько стоит? 57, не хватает. Этот приобрести не могу. Блин, 57 брюликов. Можем вот это приобрести, кстати. Броня кендомастера. Так, давай-ка посмотрим. Слушай, ну в любом случае она будет сильнее, поэтому я приобретаю. Можно зачаровать. Применить. Ну давай, пропустим с тобой быстренько. Опачки, у нас свойство, ребята. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки. Слушай, неплохо, мы просто зачаровали и получили, и... Практически то же самое, что было на предыдущем шмотке, да? Так, вот что-нибудь кроме алебарды. Так. Блин. Крисы. Ну, я бы, конечно, лучше бы вот это приобрел, но крюки разорителя мне недоступны, не подвластны, потому что у меня нет гемов. А вот 9000 я, наверное, на крисы соберу. Да, попробуем с тобой сейчас немножечко подраться и возьмем крисы. Урон у них хороший, так что должны с тобой здесь выиграть. Так, уровень сложности испытания нормально, погнали. А, да-да-да, не могу. Так, дуэль пока закрыта. Ну тогда пойдем на турнир, раз уровень сложности легко. И мы против пророка. Пророк у нас как раз, по-моему, с крисами, да? А я до сих пор с этой алебардой. Поехали. Блин, опять забыл кнопки поставить на эти, ребят, на сюрикены. Да чтоб тебя. Ох ты, неплохо я кританул, смотри. Ну это легко, поэтому я его так быстро разобрал. Уровень сложности изи. Так, ну давай, пророк. Ох ты. Как тебе, родной, не повезло. Так, начинает метать.
Поехали. Что, попал? Попал, голубчик. Поехали. Ага. Тоже хотел сделать подсечку, но у него не получилось. Мы с тобой как эти, два олуха. На, на. Блин, нет. Никаких сюрикенов, родной мой. Пророк повержен. Ну что, давай смотреть, кто будет следующим. Кстати, у нас за эти поединки уровень-то растет или нет? Блин, 50% бонуса, это, кстати, неплохо. Да? Это... считай, ох, нифига, уровень растет, ребята. Безумно. Слушай, дай-ка я вначале схожу в тренировочную, все-таки поставлю кнопку на сюрики, потому что, ну, просто пропадает удар. Зазря. Так, ну что, друзья мои, поставил. Теперь пойдем дальше с вами драться. Так, испытания. Пока у нас уровень сложности нормальный. Да что ж ты будешь делать-то? Так, дуэли нельзя. Здесь невозможно. Безумно. Безумно. Давай, пошли на безумно. А что? Попробуем с тобой счастливчика этого завалить. Который бросает сюрикенами. Только за счет них и выигрывает. Ну, по крайней мере, было до этого невозможно. Сейчас немножко полегче. Может быть, все-таки одолеем его. Поехали. Слушай, неплохое начало, тебе скажу. Что-то он пужанулся там маленечко, я смотрю. Опа, опа, опа. Погнали. Блин, промашку дал. Ну! Давай, 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 давай. Отлично. Пока идет хорошо. Да присядь ты, господи. Давай попробуем. Опа! Подловил я его. Ну, будет знать. Отлично. Что ж ты будешь делать, ты гаденыш, а? Да убьем мы его или нет сегодня? Юлит, прыгает туда-сюда, как это, как шантропа. В любом случае, победа за нами. Поехали дальше. Пускай пока не радуется. Кстати, ты заметил, когда вот сюрики начинаешь бросать или звездочки, не имеет значения что, все равно враг почему-то быстрее это делает, чем ты. Окей, неплохо, сейчас мы ему зарядили. Блин, бросочек-то, конечно, плохо. Да ж хорош ты. Так, неплохо я его сейчас тут, конечно, покумарил маленько. Так, надо что-то делать. Опа. Блин, я думал, что это я его накумарил. Все, ребята, просто пронзил насквозь. И половину хп у него отнял сразу же. Вот тебе и безумно. В любом случае прошли. Так, там у нас по деньгам не хватает еще на эту, на шмотку-то. О, 10 тысяч. А мы хотели с тобой что-то за... 9 тысяч приобрести. По-моему, новую курточку, да, если я не ошибаюсь. Сейчас мы с тобой глянем. Давай посмотрим по шмоткам. Нет. Шлем, что ли? Так, шлем у нас. Хм. Не то. А что же мы с тобой хотели приобрести-то? Победить отшельника, чтобы открыть магию? А, Криса, конечно же. Криса мы хотели взять. Но смотри, в чем суть. Здесь у нас все-таки есть жажда крови. На Крисах пока ничего нету. Но можно все-таки рискнуть. Купим. Улучшения сделать не можем. Нам не хватает финансов, не хватает. И поэтому давай продолжим драки. Безумно, да, значит? Безумно. Тут нужен шлем, да, 10 уровня. Надо на шлем еще накопить каким-то образом. И тут безумно. Так, выживание. А здесь невозможно. Ладно, попробуем. Попробуем с вами здесь одолеть. Кто тут у нас будет? Чертовка. Ну, с Крисами, да, сложновато здесь будет. Посмотрим, как у нас пойдет дело. Так, а он с мечами, да? Конечно, тут лучше алебардочкой, мне кажется, да, бомбить. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то вообще как-то не алё, ребят. Она сама по себе сложная. Так, еще бросочек. Что-то... Чертовка, тебе нравится, чтобы я тебя бросал? Так, вот это вот опасно уже. Тихо, 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 не надо. Пока вроде бы неплохо, ребят, все получается. Бросок. Добили? Да. Ну, вы сами видели,
как все получилось. Она лезла на меня, я ее бросал. Она лезла, я ее бросал, так выиграл. Двигаемся дальше. Так, тихо. Блин, я так и думал, что она сделает этот удар, а? Слушай, неплохой сейчас бросок произошел у нас с тобой. Отлично. Пересчитали ей, так сказать, зубы. Вставай, вставай, вставай. Эх, не успели. Маленечко не хватило нам. Еще бросок. Но она сама просто нарывается, ребят. В ближнем бою стоит. Пересчитал я ей зубы. Критические удары ей надавал. Ага. Начинается, да? Ёпрсетет. Смотри, сколько у нас здоровья-то с тобой. Как? Чё она там сделала? Я не понял. Каким образом, блин? Я только хотел этот бросить. Сюрикен. Чё-то тут не то было, ребят. Она так... Чё, начинается, что ли? Я так понимаю, да? Все, халява закончилась, блин? По-моему, да, ребята. Раздухарилась, блин. На тебе. Твою ж налево, а. Фигня какая-то получается, друзья мои. Ну, конечно, конечно, пробила. Так, я, наверное, все-таки поменяю на алебарду. Попробуем за счет алебардочки. Тут что-то как-то мне эти крисы не совсем нравятся. Тем более, когда она со своими мечами тут танцует. Ну и он нафиг. Верните мне, пожалуйста, мою алебарду. Надеть. Хочу просто посмотреть, как у нас пойдет именно с ними дело. Так, мы с тобой где? На турнире, что ли? На турнире невозможно. Из-за того, что... Не, давай попробуем все-таки. Я что-то не уверен, что я чертовку не смогу завалить алебардой. Что за дела-то? Значит, с крисами нормально, а тут невозможно. Надо посмотреть. Пока лично не убедюсь, не успокоюсь. Куда ты там уже... Тихо-тихо-тихо. Может, хватит уже, а? Давай-давай-давай-давай. Пробиваем. Да повернись ты, господи, куда ты? Давай, ловим эту гадюку. Ага, захотела сюриком уже бомбануть. Слушай, что такое? Угу. Вот в тот раз она так же хотела сделать, ты видел? Да блин, ты... Этот лопух даже не приседает почему-то. Твою же мать, а? За счет сюриков только выигрывает, ты прикинь? Офигеть. Дуралей, блин, а? Еще и бросок сделали, блин. Так, ладно, предположим. Иди отсюда. Подловил все-таки эту гадюку. Она только сюрикенами, по ходу дела, и умеет, да? Драться, без них ни шишарики. Иди, как ты меня поймала-то, а? Ну как ты это можешь делать-то, ё-моё? Я, блин, иду с размаха, нет, она меня перехватывает. Чё за фигня, блин? Блин, крисы, что ли, опять брать? Ну, мне не нравятся крисы. Так, зачарование готово. Ага, сюрики. Воу. Перегрев. Каждый нанесенный удар может увеличить урон от следующего. Да, блин, дай почитать-то. От следующего удара, нанесенного в течение 5 секунд на 200%. Этот шанс зависит от силы свойства. Я понял. Ладно, давай попробуем тогда взять обратно сюрикены. Точнее, не сюрикены, а крисы. Так, и улучшить их за 5 гемов. Зачаровать мне хватит? Ага, не хватает. 9 нужно, да? Фиг с ним, пока без них попробуем. Ну, крисы, сам видел прекрасно. В ближнем бою, ну, против, блин, мечника это, конечно, ну, тут безумно. Там было невозможно, а тут уровень сложности безумный. Давай попробуем. Блин, завис на этой чертовке, а? Ладно, фиг с ним.
Попробуем прожарить ее хорошенечко. Начинается, да? Да вот дудки, блин. Может, хватит уже, а? Вот она прикрывается, а у меня не получается, а? У меня не срабатывает блок. Воу, ничего себе, Крисом бомбанул. Ты смотри, ты видел, сколько я здоровья отнял у нее? В плане, а что это она погибла? Я, если честно, сейчас не понял, что случилось. Она мне нанесла урон, но... Она погибла. Что там случилось такое? Что это за перк там сработал такой непонятный для меня? Ой-ой-ой, тихо. Попало, да, под мясорубку все-таки? Ой, хорошо, ребята. Ураган ударов. Вот такое вот достижение я получил. Слушай, отлично, я тебе скажу. Так, новое достижение. Ураган ударов, редкое. Так, ну что, продолжаем мы с вами битву. Победили чертовку. А дальше кто? Невозможно опять, а? Пишут. Опять невозможно. Может быть, телохранителя вальнуть? А кто тут телохранитель будет следующим, а? Дай-ка я хотя бы гляну. А, ну да-да-да. Это же любитель бросать сюрики, которые отнимают сразу все здоровье. Тигр, короче. Ну что, если у нас с тобой Крисы, в принципе, мы должны будем держаться рядом с ним. Ну, давай посмотрим, как это все дело у нас пойдет. Что это? Фига ты, парень, ты... Ты не оборзел, не, родной мой. Фига, он бомбанул. Да, черт подери, тут, ребят, все не так легко и просто. Я не могу его одолеть. Только лишь из-за того, что он с одного, с двух ударов... Ну, сам видишь, что он делает. Смотри, сколько я ему бомблю, ему пофиг. Я ему даже урошами не наношу. Нет, я ему наношу, но это... Это смех, а не урон. Просто смех на палке, серьезно тебе говорю. Пробить не могу, ничего не могу с ним сделать. Да, это как-то, ну, несерьезно. Одной подсечкой. Отлично, хотя бы так. Маленечко все-таки его... Давай. Опа, да, сюрик это не вариант. Слушай, да этот шквал ударов, ну, просто ничего не наносит. Критануть тоже... Вон, ты видел, сколько скрита у него сносится здоровье? И у него с одного удара. Нет, ребят, тут надо шмотки. Шмотки, тем более, ну как сказать, довольно хорошие шмотки должны быть на нас. Если мы вообще хотим тут его вынести. Опс, все, ребят, я готов. Понятно, короче, мне пока сюда лучше не суваться. Но это бесполезно, драться с ним. Лучше мы с тобой сходим на турнирчик, наверное, да? И там, так, объединяйтесь с командой в рейдах и побеждайте в эпических боссах. Понятно, что... эпических боссов. Слушай, а на темноте у нас что-нибудь есть? Так, невозможно, невозможно. Везде невозможно, офигеть. Ну тут сложно. Испытание. А я пойду. Блин, я забыл про шлем про этот. Сколько шлем стоит там на 10 уровень? Обычный. Раз не пускает, надо приобретать. Давай посмотрим ценник на него. 6000. Короче, нам нужно с тобой заработать быстренько на шлем. Иначе я остановлюсь и не смогу дальше ничего делать. Включаем свет. И идем на выживание, что ли, пойти нам. Или же... А, здесь нормально, но опять же шлем. Ну, придется идти на выживание, ребят. Ну, максимум, что мы выжмем, это 3000. Это максимальное количество денег, которое мы сможем с тобой заработать при прохождении полностью 10 волн. 10 же тут волн, по-моему, да, если не ошибаюсь я. Ох, я давненько здесь не был, ребята. Ох, давненько я здесь не был. Нифига, он сразу потерял. Да, он сразу потерял свои нунчаки. Но не забывай, что они в рукопашке здесь не слабо дерутся. Первые противники, естественно, самые легкие. А вот дальше будет все сложнее, сложнее и сложнее. В общем, ниндзя готов у нас. Переходим на второй раунд. Ага, ниндзя, тоже с Крисами. Опа, как он меня подловил, ты понял? Вот что он творит. На тебе.
Да чтоб тебя, а. Давай, 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 ловим, ловим, ловим. Так, зажали, да, типа? Все, допрыгался кузнечик, ну. Шквал ударов. Промахнулись. И бросочек. Готов, этот ниндзя тоже готов. Друзья мои, двигаемся к следующему противнику. Кто у нас тут? Очередной ниндзя. Ну, это с рукопашку. Упс, ты понял, да? Вот такой вот он жучара. Давай попробуем, мы тоже, наверное. О, блин. Ну-ка. Да иди ты. Серьезно, что ли? А если так? Слушай, неплохо его бомбит. Но если он по мне бомбанет, конечно, тоже не кисло получаю урон. Так, прошинковали маленько. Добили. Следующего, пожалуйста, ко мне. Следующего. Это был какой? Ага, раунд четвертый. Все. Блин. С мечами. Плохо. Начинается. Начинает свои сюрики бросать. Опа. Бросочек нормуль. Блин, почему она не попадает под мясорубку, а? Под мою. Под полную мясорубку, а не какую-то там. Давай-ка сюриком. Ха-ха-ха. Бросаем. Как она успевает тоже бросить? Я, главное, начинаю бросать только, а она уже пульнула в меня. Где-то справедливость. Так, еще ниндзя, ну вот этот еще у нас. С кортиками с какими-то. Нифига ты приборзил прям рядышком. На тебе. Так, тихо. Блин, если бы... Да ты заколебал уже со своими этими... сюриками, а? Ну-ка, рубим его нафиг. На, влобешник, получил, гаденыш. Так, это раунд пятый, да, был? А, шестой сейчас будет. Так, что у нас тут? Ой, у меня нет слов. Подловил, гаденыш, а? Да иди ты. Серьезно, что ли? Все. Попробуем пробить. Как они меня вот этим раздражают? Я прям бесит меня. Приседать толком не приседает, блин. Прикрывается, да, все дела. Да куда ты там? Ручки свои растопырил. По-моему, сейчас, ребят, нам крышка будет. Да, прям по горлочку полоснул. Ладно. Чем там с тобой выиграли? Всего лишь тыщенку. 1300, но этого мало, друзья. Ну, 1300, это ни о чем. А нам нужно с тобой сколько там? 9000? На шлемак. Давай посмотрим. Я уже и забыл. На шлем нам нужно с тобой... Ага, 6900. То есть 800... Монет еще не хватает. Где мы можем с тобой подрубить немножко денег? Тут турнир выполнен. Так, максимум 640. Дуэль закрыта. А на теневухе... Слушай, можно попробовать телохранителя завалить в теневом режиме. И это кто у нас тут? Кто это? Покажи-ка мне. Призрак. Окей. Призрак, я надеюсь, ты не будешь против висеть. Я немножечко помурыжу. Мне просто нужны финансы, чтобы купить шлем. Ох ты. С двуручником, да? Не понял, подожди-ка. Я специально простоял. Твою ж налево. Фига ты тут чудишь. Это ты, парень, да. Вот это ты даешь. Однако. Все, вставай, я жду тебя. Давай, иди сюда. Оп, оп. Поехали. Отвыкрутился, гаденыш, а? Ты смотри. Ну. Поехали. Подловил, да? Сейчас было шикарно сделано, да, 3 удара. Жалко, в мясорубку не попало, а? А сейчас прикрывается. Успевает, ребят, прикрыться. Ну, призрак, давай. Еще удар тебе остался. Нет, не в этот раз. Ловим.
Почти поймал. Но подрезали. Ну что же, 1-0 пока в мою пользу. Давай, вставай, голодранец. Мы еще не закончили с тобой. А что это у меня здоровье-то не полностью восстановилось? Что это за дела-то, эй? А, все, теперь нормуль. Что-то какой-то глюк был, ты видел, да? Фига ты захотел меня сейчас пошинковать, что ли? Своим этим клинком? На-ка, поваляйся маленечко. Давай-ка продолжим. Вот так вот. Он сам лезет, поэтому, ребят, я его и бросаю. Если ему нравится, то ради бога. Ой-ой-ой, как же тебе не повезло, парень. Что ты делаешь-то, Рэй? Блин, зачем ты сюрики туда бросаешь? Ну что, добьем? Подрезали. Прям в прыжке мы его лупанули. Так, отлично, ребята. Побед за нами. Сколько денег? Блин, тут что, финансы не дают? А нафиг я тогда сюда шел? Я думал, что мне денег дадут хоть маленько. Так, телохранители, безумно. Кстати, если я последнего забомблю, мне дадут, по ходу дела, подраться с когтем, да? А, ну, там уже будет теневая щеголь. Ну что, попробуем щеголь-то вальнуть. Он с двумя мечами. Соперник будет еще тот. Ага. Погнали. Упс, началось. Так, тихо, тихо, ждем. Поехали. Вот обожаю, когда в мясорубку попадает в эту вот. Отлично. Простоял в блоке, да? Ну, ай-яй-яй. Почему-то я и так и думал, что он что-нибудь в этом роде сделает. Ждем, ждем, ждем. Как ты меня полоснул, гад? Ай, ребята, у нас здоровья мало. Угу, подбил все-таки меня. Ладно, фиг с ним. Какой там у нас? Сложный, да, уровень? Нет, парень, не в этот раз. Щеголь, успокойся. Так, маленько получил. Так, пока вроде бы на равных идем. Ну что ты там забздел-то сразу же? Ах, подрезал. Я даже встать не успеваю, блин, как он свои удары наносит. Ты что, борзел, что ли, а? Кусок говна, на нафиг. Сейчас бомбанет меня, ё-моё, а. Так, здесь денег не дают. Пойду я где-нибудь заработаю, блин, 600 монет или сколько мне там нужно. И я его просто разорву. Вот я тебе серьезно говорю, я тебе обещаю, его просто бомбану. Так, где деньги дают? На невозможно, блин. Здесь пойти, что ли, 5? Нам не хватает всего чуть-чуть. Всего чуть-чуть нам не хватает заработать. Блин, все закрыто здесь. Мясника я не могу бомбануть пока. Слушай, а на теневухе сложно. Слушай, меня сюда впустят хотя бы, блин. Шлем им нужен, а, понимаешь ли. Давай на выживалку пойдем. Пойдем на выживалку, сейчас попробуем здесь бомбануть с тобой. Хоть, не, хоть сколько, тысячонку. Мне всего лишь 1000 нужно набрать, и все. Я приобретаю шлем и пойдем с тобой повышать уровень. Так, ниндзя. Ну, естественно, они здесь будут сложнее, потому что уровень сложности чуть ли не хард. Нифига, шок, ты видел? Шок, чувака, просто вылетели эти нунчаки вон и. Опа, красавчик. Ну-ка, блин, иди сюда. Да я ж хотел. Почему он... Почему плохо так срабатывает вот это вот приседание, а? Очень плохо, ребят, я не знаю, в чем проблема. Нажимаешь, он не приседает нифига. Из-за этого и сюрикены в лобешник ловишь, и вообще. Давай. Попробуем. Попробовал. В ответку сразу же, блин. Конечно же. Стою, улыблюсь, блин, пока он мне бомбанет, а? На! Так, тихо. Как ты меня поймал, а? Ну как вот ты вот умудрился? Сейчас я его, ребят, ушатаю, готов. Прямо возле стеночки. Так, это ниндзя был, да? Так, следующий ниндзя. Ну давай, я жду тебя, жду. Ну что ты там юлишь? Что ты прыгаешь-то, а? Поехали. Ага,
Ну, попал под мясорубочку мою. Так, поехали. Давай вот так вот сделаем. Все? Закончились твои песенки, парень? Да иди ты. Как ты так умудрился? Не получилось, да, Сюрик-то бросить? Ну уж извиняй. Прям в лобешник ему. Во время броска. Так, а это у нас ниндзя, а? Своими... Слушай, а ты не оборзел сразу-то Сюрика выпускать, а? Так, поваляйся маленько. Да что ж ты, блин, одолел меня просто, а? Совсем оборзел. Поехали. Да чтоб тебя, блин, разорвало на тысячу кусочков. Присед бесемый, я тебе серьезно говорю. Просто бесит. Я хоть попасть вообще по нему попаду когда-нибудь, блин? Да, конечно, попадешь ты по нему. Ну? Может, хватит уже, а? Так, подрезать бы, подрезать ему крылышки, ребята. Так, там еще удар. Есть! Ну, до следующего хотя бы противника дошли, раунд пятый. Но этот ниндзя меня ушатает. Это 100%. Причем, наверное, так быстро, что я даже пикнуть не успею. Так, бросок. Ага. Вот он всегда нижним меня ударом добивает, я заметил. Всегда нижним ударом бьет мечом. Так, ну что, нам хватает финансов. Я думаю, что мы сейчас с тобой приобретаем шлем и идем на испыталку. Так, врубаем свет. Фу, где там этот шлем? 10 уровня. Вот его надо, да, приобрести? Хорошо, покупаем. Зачаровываем, да, еще? Применить. Так. И что это у нас? Поглощение урона. Шанс поглотить весь урон, полученный от удара в голову. Так, шанс зависит от силы, как всегда. Но зато теперь меня должны впустить на соревнования, на испытания. Легко, видите ли. Так, я понял, понял. У меня шлем 10 уровня. Ты что, сенсей? О, утес с крисами. Так, а у меня что же крисы? Значит, мы с ним на равных. Ну, уровень-то сложности легкий, поэтому я должен его ушатать, по идее, очень быстро. Подрезал. Подрезал я его. Чучка, чучка, я его подрезал. Да что ты какой-то неугомонный прям, а? Да на тебе. Получил свое? И еще на. Хе-хе-хе. Мне не жалко для тебя, Сюриков. Че ты там прыгаешь-то, Сайгак? Я тебя не вижу, ты где там? Ах ты гад. Ну, ты смотри, что творит, а. Упс. А ну-ка, поехали. Так. Да иди ты. Готов, утесик. Первый раунд за мной. Давай дальше. Че, с подсечки начнем? На, на. Тихо, тихо, тихо. С ним лучше не шутить, друзья мои. Он прикидывается таким изейшим. Видишь, что начинает творить? Вот это хорошо, кстати. Получил, получил, ребята. Все-таки попал. А если я? А если я еще? Че ты там сразу замямлил, а? Буду бомбить тебя до усеру. На, вставай. Получи еще, я его так и расстреляю, походу дела. Сам виноват. Выделывается еще тут мне. Ну, как видите, победушка за нами. А, денежку получаем. И это классно. Так, и двигаемся дальше. Что у нас там? На испытание. Уровень сложности нормуль. Кстати, 11 левел светит. Че там в этом бою победит тот, кто наберет больше очков за нанесенные удары? Ради бога. Ради бога. И у нас кто там? Разбойник. Лютый чувак с палочками. Ладно, давай.
Надеюсь, меня крисы мои не подведут. Так, бросаем. Не успел, да, парень? А еще? А я еще раз метну. Так, 4-1. Блин, хотел же. Так, 5-3. Я выиграл, ребята. Просто издалека две звездочки и все. Так. Слушай, ну так довольно легко выигрывать. Давай-ка мы... Блин, не попал, да? Эй! Парень, успокойся. Ох, ё-моё, преимущество-то я сколько набрал. На тебе еще сюрик на дорожку. Опа! 8-1, неплохо. Я выиграл. Довольно легкий бой, на самом деле. Легкий и приятный. И денежку на халяву получаем. Так, а дальше, наверное, будет уровень сложности уже сложно. А, безумно даже. Блин. А я все равно хочу пойти. В этом бою ты не можешь использовать удары ногами. А я, в принципе, не очень-то и люблю их использовать, если вы хотите знать. Но против змея деремся. Монки. Ладно, давай. Раунд один. Так, только удары руками и сюрики, понял? Тихо, 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 тихо. Да-да-да-да-да, обезьяна такая вот еще. Хитрозадая, да? На тебе. Отлично, давай еще один на дорожку и еще один. Может, хватит уже, а? Поехали. Так, попробуем. Ой, чуть было сейчас не попал, ребят. Все, рубанул змею хедшотом. Прикинь, крисом в глаз попасть. Ё-моё, это же жесть. Что ты тут, монки? Тихо-тихо-тихо, что-то раздухарилась обезьянка-то. Да погоди ты, а, макака. Уж хватит уже выпендриваться-то. Так, может быть, сюриком бомбануть? Что-то я не попал. Ну? Попал под мясорубочку, под мою. И это круто. Тихо, 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 не надо, не надо, не надо. Стоим, стоим. Так, сейчас будем бомбить, поехали. Вот и ушатали. Хэд-хит. Ну что, друзья мои, очень-очень даже миленько мы забомбили. Денежку получили, можем даже немножко прокачать, если захотим. Зачаровать наши шмотки. Дальше идет безумно. Слушай, сколько еще нужно сделать? Снаряжение 10 уровня. Ну что, попробуем, наверное, на безумном. В этот бой можно вступить только с оружием, доспехом и шлемом, метательным оружием 10 уровня и выше. У меня все есть, да? И против задиры. Ну ладно. Задира. Значит, уровень сложности безумно. Сейчас будет трэш, друзья мои. Попробуем. Ага, понял тебя. Начинается, да? Ай-яй-яй-яй-яй. На подсечках ловишь, гад, да? Попробуем метнуть. Ха-ха, не успел. Еще метнем. Вот так вот. А если еще? Как ты быстрее меня, блин, метаешь? Вот объясни мне, а? Кусок ты говна, а? Блин, будут ругаться потом. Че ты ругаешься? Нету терпения моего никакого. Поэтому ругайся, ребят. Ну что? Давай, блин, подловить бы его. Ты смотри, юлит как этот. Ну, конечно. Ага. Ай. Тихо, тихо, ребята, тихо. Твою ж налево, как он пробил, а? Слушай, ну я тебе скажу одно. Его реально победить. Не то, что даже реально, его нужно побеждать. Фига он. Ну он правильно, ребята, у него оружие такое для ближнего боя, поэтому... Да как ты успеваешь-то сюрик метнуть, понимаешь? Блин, приседания эти дебильные. Да они не срабатывают, ребята, блин. Вот из-за этого и, блин, и проигрываем, блин, потому что не срабатывают эти приседы дебильные, когда они нужны. Я переигрывать буду сейчас, это не дело. Задиру какого-то несчастного победить не могу. Не-не-не-не-не. Переиграем, обязательно переиграем.
Видишь, издалека, если у нас так вот будет дальше, ребята, кнопка вот эта вот нифига не срабатывает на присед, то нам с боссами делать нечего, нас там будут просто разносить в хламину. Чё это за дела? Вот жмешь кнопку, она не срабатывает, блин. Ну чё ты там прыгаешь? Прыгунчик-стрекоза. Ага, попал. Офигеть, он делает удар на пол здоровья мне, ты представляешь? Вот сколько мне приходится его бомбить. И сколько ему? Три удара, и я готов. Зашибись. Так, по-моему, тут пахнет тем, что нужно зачаровывать шмотки. Да? Или что будем делать? Ну? А если я? Да блин, ты достал, а? Так, тихо-тихо, не даем ему шанса ни одного, ребят. О, задирушка. Не-не-не-не-не, такого не надо. Блин! Попробуем. Попробовал, блин. Жесть. Победа была близкая, но, видишь, не получилось. Хорошо, я пошел, короче, в магазин закалять шмотки. Затачивать свое оружие. Что у нас здесь хотят показать? Получить награду. А, у нас же достижения, ребята, выполнены, да? И давай посмотрим. Так, здесь можем улучшить. 2900. Я улучшу, пожалуй. Нам все равно с тобой еще здесь драться. Так, здесь улучшим. Оружие тоже могу, да, улучшить. Окей, сделаем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, пока на этой ноточке мы с вами, наверное, закончим. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Shadow Fight 2. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.